я предлагаю вам и настоятельно рекомендую подать в отставку, потому что чем дальше вы будете делать противозаконные вещи, тем больше вы будете дестабилизировать обстановку в нашей области и в целом в Казахстане. Это видеообращение директора компании KSS Building Барлыка Миндагазиева «Последнее на свободе». Запись сделана 2 дня назад. Предприниматель из Уральска против акима Западно-Казахстанской области Нурлана Ногаева. На это у него есть свои причины. Последние дни идут массовые провокации со стороны правоохранительных органов. Все фискальные службы были брошены по указанию господина Ногаева на нашу компанию, на моих работников. Идет прессинг. Перестаньте кошмарить бизнес, перестаньте кошмарить простых граждан. А это кадры уже из зала суда. Предпринимателю, который требует отставки акима области, предъявлено обвинение по статье 222 части 3 Уголовного кодекса. Попросту уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Еще проще, до 7 лет лишения свободы. До сегодняшнего дня бизнесмен был на свободе под подпиской о невыезде. Сегодня судья изменил меру пресечения. Это нарушение на бизнес Западно-Казахстанской области. Те, кто занимается бизнесом, будут иметь такая, будут ждать такая участь. Прокуратурой было заявлено ходатайство об изменении мер пресечения в связи с тем, что 11 июля выезжал за пределы города Аксая, а именно в Алматы. Следующее слушание по делу Барлыка Миндагазиева назначены на завтра. Вместе с тем, завтра весь рабочий коллектив компании собираются встретиться с акимом Бурлинского района, где расположено само предприятие. Рабочие требуют не допустить закрытия компании и сохранить рабочие места.